своими глазами. Тариф на газ с 1 октября для бытовых потребителей составит 29 лир 26 банов. С НДС то на 27,2% больше действующего тарифа. Соответствующее решение утвердила НАРЭ на сегодняшнем заседании, сообщает Реклитате.МД. Напомним, в понедельник, 19 сентября, Молдова Газ подала запрос в НАРЭ о тарифе почти на 29 лев и 90 банов за кубометр газа. Повышение тарифа на газ для населения происходит в результате повышения закупочной цены метана в сентябре на 29%, которая составляет 1882 доллара США за 1000 кубометров.